Активисты волонтерского центра «Единой России» помимо адресной работы помогают медучреждениям, на которых сейчас лежит большая нагрузка. Так, в Вершовской амбулатории добровольцы Рим Тинчурин и Игорь Горячев замеряют температуру на входе в здание и ведут обзвон жителей, фиксируя данные по доставке рецептов и лекарств. Как сообщила исполнительный секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова, партийцы включились в работу после совещания по ВКС, в ходе которого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение оказать всю необходимую помощь медицинским организациям.